Новый год и Рождество. Праздники продлятся с 31 декабря по 8 января. Все это время оперативные службы будут работать в режиме дежурства, чтобы вовремя реагировать на нештатную или чрезвычайную ситуацию. Период новогодних и рождественских праздников на территории республики в готовности к действиям спланирована группировка сил и средств РСЧС в количестве 1741 человек. В зоне внимания детские праздники и рождественские службы, состояние дорог и коммунальной инфраструктуры. Прошедший на этой неделе циклон показал слабые места. Для всех он стал своеобразной тренировкой. По словам Олега Полякова, дорожные службы отработали в экстренных условиях хорошо, а вот к энергетикам много вопросов. Как он сообщил на заседании правительства, еще 19 декабря в 9 муниципальных образованиях 50 населенных пунктов оставались без электричества. Полностью восстановили электроснабжение только к утру пятницы. Важно понять, вот в чем причина этих отключений. Это все-таки объективные действия стихии. Ну, действительно, бывает совокупность факторов, которая, как ни предвосхищай, но влечет за собой определенные аварии. Либо все-таки в этих отключениях есть по-прежнему серьезные инфраструктурные проблемы в самой энергетике. Серьезные инфраструктурные проблемы есть, они не решались годами, и за 2-3 года, что идет работа по модернизации энергосистемы Карелии, их не устранить, признала заместитель премьер-министра правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина. По ее словам, в преддверии новогодних праздников 26 декабря с энергетиками отдельно проведут в правительстве совещание, чтобы сверить часы перед длительными выходными. Светлана Воробьева, Владислав Будников, служба новостей.